С вами маг-чародей Антон Чалей. Мало кто знает, но в Google и Яндекс можно получить открытую статистику запросов пользователей. Если по-простому, я могу узнать, что и сколько раз вводили в поисковиках. Я, конечно, не смогу понять, кто именно это вводил, но посмеяться над самыми тупыми запросами я, конечно, могу. Поэтому я решил показать вам маленькую часть этих запросов. Первый запрос. Как сделать бесплатный телефон? Вводит 2285 раз в месяц. Я, конечно, не могу понять суть этого вопроса, но звучит крайне странно. Где-то не сильно далекой галактике, в школе Китая, на уроках труда. Так, дети, мы сейчас будем делать телефон. Бесплатный телефон. Делаем такой модный корпус. Надо, чтобы он овальный был. Сейчас все такие квадратные корпусы. Овальный, это самая тема. Короче, мы что делаем? Экран. Ну, чтобы он такой немного был кривой и угол свисал. Это модно, это дизайн. И делаем, значит, модные такие кнопки. Значит, вот тут вот это будет кнопка, значит, влево. Влево, это вправо. И тут такая верхняя. И нижние. Ну, потому что сенсорные кнопки, они везде, это мейнстримно. А вот это просто будущее. Будущее телефон. Да-да, не удивляйтесь. Это. Делаем антенну. Антенну сюда впихиваем. Это просто супер модно. Чтобы еще лучше ловил, потому что кое-где плохо ловит. Вот. Впиливаем антенны на каждый край. Также, чтобы клевый был микрофон, чтобы собеседнику всегда было слышно, сделаем такие модные микрофоны с двух сторон. И, кстати, вот такой вот значок, типа, нужно сделать, он тогда сразу будет лучше продаваться. Это типа Apple. Ну да, больше какой-то кешью, чем Apple. Ну вот, отрывайте и пользуйтесь, бесплатный телефон. Второй запрос, как сделать ребенка бесплатно? Вводит 361 раз в месяц. Это же все банально просто, смотрите. Сейчас я вам все объясню. Короче, берете... И ребенок готов, бесплатно. Третий запрос, как сделать, чтобы появился iPhone 6? Целых 9 запросов в месяц. Первый вариант, если у вас богатые родители, просто попросите у них. Второй вариант, практически для всех, просто возьмите и нарисуйте его. Да, представьте, я вел этот запрос в Google, и там тоже люди предлагали как раз сделать iPhone из бумаги. Зато бесплатно. Четвертый запрос. Как сделать мужчине клизму, чтобы он орал? Запросов 5 в месяц. Даже тут я не знаю, что тут прокомментировать. Это очень странно. Пятый запрос. Как сделать парня рабом? 38 запросов в месяц. Девушки, вы серьезно? На, серьезно. Шестой запрос. Как стать за одну секунду с крыльями? Вводит 4875 запросов в месяц. Давайте серьезно отнесемся к этому вопросу. Конечно, крылья это обыденное дело, но получить их за одну секунду, это же вообще какая-то научная фантастика, бред. Хватит обманывать людей. Седьмой и последний запрос, который просто ввел меня в ступор. Как сделать, что ты знаешь и говорят? 25 запросов в месяц. С этим вопросом мне пришлось жить 2 минуты. Я что-то знаю, но мне нужно спросить, как это сделать. И говорят. Можете додумать в комментариях, что это вообще могло бы было значить. Где-то не сильно в далекой галактике, на школе, точнее, где-то в очень далекой галактике, в школе труда, в Китае. Именно там. Это же все банально просто. Смотрите, сейчас я вам объясню. Вводят 9 запросов в месяц всего лишь. Как сделать, что ты знаешь и говорят? Как сделать, что ты знаешь и говорят? Непонятно. С вами был Антон Чалей и странная экспериментальная рубрика «Тупые запросы в Google и Яндекс». Также, если вам интересно мое творчество, а вдруг, подписывайтесь на канал, смотрите плейлист и оставайтесь на связи, потому что я буду стараться каждые, ну, хотя бы 4-3 дня выпускать видео. Ну, постараюсь. Всем пока!